Matteo, ricordati di tornare in avanti a giocare a pallavolo. Любит меня целоваться. Всем привет, друзья! Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Валентина. Сегодня мое видео будет состоять из нескольких дней. То есть я собрала просто все в кучу за эту неделю, потому что событий было много, естественно. Видео снимать мне было некогда. Ну, кое-какие видео я снимала, конечно. Но вот решила все-таки смонтировать наконец-то, собрав все в одно видео. И это я на прогулке, потому что у нас было очень жарко, но пару дней удалось нам немножко подышать свежим воздухом, потому что температура была опустилась где-то до 26 градусов. Сейчас же у нас опять 34 градуса где-то. Вот, и я гуляла с собакой, покажу вам нашу природу. Пришла домой на обед и готовлю обед. Что у меня на обед? В этот день это я решила сварить борщ, потому что, так как я сказала, жарко в доме, очень жарко, мне хотелось сварить что-то такое холодненькое. То есть я вот сделала оливье и решила сварить зеленый борщ. У меня нету, конечно, щавля, поэтому я использовала шпинат. Очень часто использую шпинат и укроп, но очень вкусно получается, несмотря на то, что это не щавель. И таким образом я ставлю в холодильник, и у меня холодный борщ зеленый вот такой, и вот оливье на пару дней на обед хватает. Просто не хочется готовить, потому что, включая газ, в доме, естественно, жарко. А вообще мы летом вот в эту жару стараемся кушать больше всего. Вот я еще макароны детям варю, потому что они не любят борщ, но тем не менее. Вообще мы стараемся есть все вот такое зелененькое, то есть это овощи и фрукты. У нас дома уже созрели фики, и очень много, мы их не очень много едим, поэтому я их сушу, на крышу собираю, ставлю, накрываю их такой тоненькой сеточкой, да, чтобы туда, короче, не летали мухи разные. Вот, они вот так выглядят изнутри, но этот, я вижу, не совсем созревший еще. Ну, варенье я не варю из фики, фики это, по-моему, инжир по-русски, да, ну вот мы кушаем в основном. В основном нам хочется арбуз, ну а фики я сушу. Такой вот у нас обед. Вот. А сейчас я вам покажу, я готовлюсь к работе, потому что у нас всю неделю нас пригласили на турнир по волейболу, и после обеда я готовила каждый день вот такую картошку, это пататини della nonna в Италии называются, то есть я добавляю здесь соль и розмарин, и вот так вот мы раскладываем порции и продаем 2,50 € за порцию картошки. И мы приехали на работу, я хочу вам показать немножко, как мы работаем, как у нас проходит рабочий день. Мы продаем вот такое мясо, это называется поркетто. Мы делаем также вот такие панини con la salsiccia, то есть сосиска, колбаска, да, и также панини con поркетто, то есть с мясом, со свининой, также вот такие панини, ну, а также с нарезкой. С нарезкой, с сыром, в общем, панино это бутерброд, или как сказать по-русски, вообще булка. Так что вот так вот выглядит наш фургон приблизительно. Мы каждый вечер на этой неделе приезжали сюда, в это горная местность, городок называется Амандула. У нас вот такая продукция в фургоне. Мы не только бутерброды делаем, но, естественно, продаем вот эти все нарезки, сыры, а также на вес мяса, не только бутерброды, но сюда нас пригласили. Чуть вперед я покажу вам турнир, ну, то есть, как мы работаем. Просто сейчас мы приезжаем немножечко раньше, где-то на полчасика раньше. Пока мы немножко организовываем работу, там, скажем так, раскладываем все хорошо в фургоне, то есть готовимся к работе. Ну и вот было у меня время, и я решила снять немножечко этот городочек сверху, показать вам. Мы находимся на самой вершине, там внизу виднеется город этот, то есть он очень красивый, небольшой городок горный, но, видите, там можно наблюдать горы,
сзади, да, и также дома внизу. Очень красивая местность, кстати, но, как я сказала, городок небольшой, но достаточно еще живой. Такой вот замечательный вид. Поэтому я немножко решила снять, потому что я очень люблю такую местность, вот эти все старинные дома, городочки такие исторические, очень люблю. Но в основном здесь на вершине вот исторические здания старинные, а уже ниже пристраивались вот эти новые здания, то есть там фабрики какие-то, новые домики, новые дома, то есть, ну вот я спустилась немножко, мы там наверху работаем, да, поставили фургон, и немножко вот вам вблизи от фургона чуть-чуть сняла, чтобы показать немножко, конечно, у меня не было времени гулять там, ну, как бы достаточно много, чтобы снять, а вообще, если прогуляться, очень красивый городок, здесь вот такой небольшой джардино, то есть дворик, но это я вижу заброшенный дом, просто здесь видно, что неухоженный этот дворик, но тем не менее мне понравилось, и я его сняла для вас. Вот. Крыши виднеются и горы. Конечно, очень люблю вот так сверху наблюдать. Ну, не только сверху, я в принципе люблю итальянскую природу и итальянские вот эти вот холмы. Горную местность также люблю, у моря местность, потому что действительно природа в Италии очень красивая. Мне хотелось вам как-то хоть чуть-чуть передать эту атмосферу. Но, как видите, все сухое, вам не было видно. Capitano Matteo Tassi ritira la coppa del primo classificato. Matteo, al centro per favore, la foto per la stampa. Vedrai? Matteo, ricordati di tornare in Amanda a giocare a pallavolo. E abbiamo prestato un anno. E certo, ragazzi, Ну, а это небольшой фрагмент вечером, потому что мы работали каждый вечер до 12 ночи, ну, плюс-минус. Домой мы приезжали в час, около полвторого, ну, где-то в час, пока душ сходишь, пока в душ, пока уляжешься. Ну, в общем, где-то полвторого мы ложились спать. И так всю неделю. Вот, я здесь звук убрала для того, чтобы прокомментировать, просто потому что там комментируют волейбол, и оно, ну, как бы вместе... Не слышно ничего. Вот. Кстати, вечером было людей намного больше. Вот когда стемнело, да, людей собиралось больше. Просто потому, что не так жарко. Днем у нас жара невыносимая, как я сказала. Ну, а вечером, вы знаете, даже прохладненько было здесь, потому что это горная местность, ветерочек поддувает и очень даже приятно. Вот. Ну, пока я здесь снимаю для вас этот небольшой фрагмент. Мой муж обслуживает местную молодежь, как видите. Ну, вот так вот мы и работаем. Вот так выглядит наша работа. Приблизительно вот такой процесс. Ну, а теперь я покажу вам следующий день. Утром мы ездим, каждое утро я езжу в бар завтракать. Вот мы приехали в бар позавтракать. Сняла вам немножко атмосферу бара. Ну, людей не было, в основном они сидели на улице, потому что если были бы люди, я бы не стала снимать. Ну, а это наш обед на следующий день. И, как видите, я приготовила мясо с овощами и вот салатик. То есть, опять-таки, стараемся кушать овощи. Это грудинка, куриная грудинка, овощи и фрукты. Потому что в жару ничего совсем не хочется. Сегодня я настолько к вечеру котта, как в Италии говорят, то есть уже готовая, в смысле, что уставшая никакая. И смотрите, что я на ужин заказала. 4 пиццы, 30 евро. И вот столько мороженых на 20 евро. Мороженое я заехала уже в магазин, купила, потому что у нас жарко, очень жарко, где-то 35 градусов. В доме кондиционер, мы уже поварились тут. Пицца, смотрите, покажу вам. 4 пиццы. Съездила, забрала, потому что нам не доставляют. У нас в сельской местности доставка очень редко бывает. Бывает, но ну, когда у них меньше клиентов, да, они могут доставлять. А так нет. В общем, вот такая вот пицца. 4 пиццы. 30 евро. Сейчас покажу вам мороженое. Мороженое, каждая коробочка плюс-минус 5 евро.
Смотрите, это Kinder Bueno. Очень вкусно. Здесь карамель, солененькая карамель и также белый шоколад. Ну, в общем, очень вкусно. Вот здесь, по-моему, 4 или 6. Не написано. Да, 4. 4. Здесь опять-таки 4. Это Ferrero Rocher. Все знают шоколад такой. Очень вкусное мороженое. Еще вкуснее. Рафаэлло. Опять 4 здесь мороженых. Вот белый шоколад. Ну и вот таких вот тоже 4 здесь написано. Это рожки. Опять-таки Пандистелли. Это все итальянские марки. И вот 20 евро за мороженое. Во вторник мы были в Сан-Бенедетто. Это очень красивый городок у моря. Называется Сан-Бенедетто. Достаточно большой городок и очень приятный. Здесь по вторникам, по пятницам рынок. Мы приехали специально, чтобы провести весь день на рынке. То есть, ну как весь день? Утром мы провели на рынке. Здесь мне понравились вещи, потому что это палатка Сток и брендовые вещи по 5-10 евро. Я вот купила себе вот такой вот пиджак за 10 евро. И это бренд Vanessa Scott за 10 евро, ну можно сказать даром. Людей было очень много, жарко, очень жарко. Также мы, в общем, нагулялись на рынке. Перемерять не хотелось, поэтому купила я себе только пиджак. И мужу купила 3 рубашки, там еще что-то мужу я покупала уже по мелочам. Ну и мы остались здесь на обед, пообедали, погуляли. Такая вот красивейшая природа в Сан-Бенедетто. Это парк у них здесь такой, ну а также здесь очень красивая набережная, кафешки вот везде. Но это не набережная, это парк. Там вот рынок виднеется, видите, здесь рынок расположен был в центре города, а также вот по улице, вот в парке здесь. Очень красиво. Также вот мы решили пообедать, как я сказала, здесь. Мы пришли в такое вот заведение. Здесь можно было взять, то есть гамбургеры были рыбные, очень такое, такая своеобразная кухня, то есть гамбургеры, хот-доги, но они же были рыбные, именно с рыбой, ну с морепродуктами или же с рыбой. Вот моя дочь взяла себе вот такой черный гамбургер, и здесь было яйцо, а также рыба. Очень, очень вкусно, кстати, ей понравилось. Ну, а я себе вот такую взяла, такое вот блюдо. То есть здесь были креветки и овощи, и салат. Ну, салат, то есть немножко салата снизу. И также, то есть тушеные овощи, а также свежие овощи. Ну, и вот такой вот хлеб. В общем, хорошо покушали. Ну, и вот такая вот набережная здесь. То есть здесь вот кольцевая, а потом мы идем в сторону набережной. После обеда мы решили прогуляться. Кстати, я подробнее покажу свою поездку в Сан-Бенедетто в следующем видео, потому что я смонтирую. Я сняла очень много рынок, также сняла посещение здесь магазинов, набережную, прогулку нашу. Я покажу вам в следующем видео более подробно, поэтому не пропускайте, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем большое спасибо за просмотр. До свидания, друзья. До следующих видео.